Согласно нумерологии, достаточно трудно выделить какой-то либо предпочтительный вид деятельности для обладателя этого имени. Буква Т дает человеку настырность, интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Звук Е предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Умеет достигать поставленных целей. Астрологи рекомендуют им быть более сдержанными в суждениях. Буква Я в этом имени означает чувство собственного достоинства, желание добиться уважения и любви окружения и способность их получить. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. В их честь складываются стихи, поются серенады и совершается множество других забавных глупостей в зависимости от века и нрава. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Планета Венера наделяет человека чертами характера, связанными с отношениями к семье, заботливостью, ответственностью, чуткостью. Обладатели буквы П в имени смелые, настойчивые, эмоционально реагирующие на все происходящее люди. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Буква П в имени имеет связь с переменами и оценкой. Значение буквы в этом имени символизирует чувство превосходства, говорит о самовлюбленности, стремлении завоевать всеобщую любовь, уважение и признание. Подсознательно звук Е в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Звук Л дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой Т. Таким людям свойственно задать себе цель и добиваться ее. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.